Фильм Гиллиса Маккинона. В ролях Джонатан Прайс, Джеймс Уилби, Джонни Ли Миллер, Стюарт Банс, Таня Аллен, Дэвид Хейман, Даг Рей Скотт и Джон Невилл. Композитор Майкл Данна. Оператор Глен Макферсон. По роману Пэт Баркер. Автор сценария Алан Скотт. Режиссер Гиллис Маккинон. Регенерация. Бернс. Пусти. Отпусти. Shh, 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 shh
Военный госпиталь Крэг Локхарт, Шотландия, 1917 год. Доктор Риверс, я нашел его возле силков егеря, с мертвыми животными. Хорошо, мистер Оуэн, я его отведу. Пойдемте со мной, Бернс. Прайер? Прайер! Все в порядке. Все в порядке. Вот так. С тобой все в порядке, Томми. Ну-ка, Вильямс. Выглядит отвратительно. Нужно было все-таки следить за ними, Вильямс. Жаль. Теперь я лишусь самого храброго из моих людей. На 1-2 недели. Он убит, сэр. Останься с ним. Мое заявление является актом сознательного неповиновения военному командованию, так как я считаю, что войну намеренно затягивают те, в чьей власти положить ей конец. Я солдат, и я убежден, что действую от имени других солдат. Я считаю, что эта война из оборонительной и освободительной превратилась в войну агрессивную и захватническую. Я видел и пережил страдания войска. Я не могу больше принимать участие в продлении этих страданий во имя целей, которые считаю пагубными и несправедливыми. Я протестую не против ведения войны как таковой, а против политических ошибок и лжи, из-за которых приносятся в жертву люди. Также я полагаю, что этим смогу помочь сломить черствое равнодушие, с которым большинство оставшихся дома взирает на мучения, которые они не способны даже вообразить. Зигфрид Сессун. Они хотят, чтобы он стал вашим пациентом. Зачем? Чтобы, когда его заявление будет зачитано в палате общин, они могли сказать, что Сессун страдает нервным расстройством и в данный момент проходит курс лечения у знаменитого доктора Уильяма Риверса. Вы примете его? Мои заслуги никогда не давали мне возможности выбирать пациентов. Но только чего они хотят? Чтобы я признал его сумасшедшим или заявил, что он здоров? Они хотят, чтобы вы убедили его, что он заблуждается. Это не то, чем я занимаюсь.
Поэтому вам и предоставлена возможность выбора. У вас есть его дело? Пожалуйста. О, боже. Он награжден воинским крестом. 1.5 часа под огнем выносил раненых. Отчаянная храбрость. В одиночку взял немецкий окоп. Я приму его. Мистер Сосун? Да. Рад познакомиться. Капитан Риверс. А, это вы? Пойдемте со мной. Проходите. Только узнаю, в какую комнату вас определили. Сосун, да. Где он будет жить? В комнате мистера Кэмпбелла. В комнате Кэмпбелла. Готовы? Кто-то из нас ошибся адресом, доктор Риверс. Да, пока я не забыл. Мы получили телеграмму от вашего друга, капитана Грейвза. Он опоздал на поезд. Очень похоже на него. Заключенный прибывает без сопровождения. Вы не заключенный. Вы хотите сказать, что я могу уйти? Вы на службе? Как и все мы. Сюда. Почему вас называют «Безумный Джек»? Грейвз выложил все секреты? Он очень беспокоится о вас. Потому что мне нравилось участвовать в патрулировании, выискивать немцев и убивать их. Склонность к ненужному риску – один из первых признаков невроза военного времени. Я этого не знал. Затем следуют ночные кошмары и галлюцинации. У вас бывают ночные кошмары? Были сразу после возвращения с фронта. Сейчас уже нет. А галлюцинации? Когда я просыпался, кошмары не всегда оставляли меня, и я видел трупы. Людей с раздробленными лицами, переползающих дорогу. И людей, наступающих на эти лица. При этом вы уже не спали? Да. В то время я написал пару довольно неплохих стихотворений. Я бы хотел на них взглянуть. А разве вы не должны спросить меня о моем заявлении? Не для этого ли я здесь? Вы выбросили свой воинский крест. Должно быть, вы сделали это в полном отчаянии. Полное отчаяние — это когда лежишь в воронке с оторванными ногами. Я был расстроен. Вы могли бы назвать себя пацифистом? Нет. Я не считаю, что войны не могут быть справедливыми. Вы говорили, что был убит ваш друг. Его звали Дэвид. Сожалею. Мистер Бёрнс, сэр. Мисс Хроу, это мистер Сосун, последний из прибывших к нам. Добро пожаловать в наш госпиталь, мистер Сосун. Мисс Хроу, это путь, истина и свет Крейг Локхарт. Это богохульство, доктор. К тому же лишь она одна разбирает мой почерк. Капитан Риверс. У меня еще один пациент, извините. Да, на двери моей спальни нет замка. Здесь ни у кого нет замков. Боюсь, лечение не предполагает обеспечение уединенности. Но вы ведь не считаете меня сумасшедшим? Я даже не думаю, что у вас военный невроз. Хорошо. Видимо, у вас сильный антивоенный невроз. Вы ведь понимаете, что моя задача — постараться изменить это? Это позволило бы завершить войну за 6 недель. Захват клещей вот здесь заставит их подтащить подкрепление оттуда. Великолепно. Совершенно секретно, старина. Никому ни слова. Если гунны узнают... О, нет, совершенно секретно. Отличная работа. Мы все вносим свой посильный вклад. Сосун, да? Почему ваш отец назвал вас Зигфридом? Он любил оперу. Думаю, если бы я родился девочкой, он назвал бы меня Брунгильдой. Физически я в порядке. Вы пропустили букву в слове «физически», мистер Фрайер. Спасибо. Откройте. Шире. Во всяком случае, чувствительность не нарушена. Сестра, вы бы не оставили меня на пару минут наедине с мистером Прайером? Да, доктор Риверс.
Офицеры, как правило, не теряют дар речи, мистер Прайер. Вы пишете печатными буквами в целях маскировки? Разборчивее. Зависит от почерка. К сожалению, ваше дело все еще не пришло. А мне не очень хочется заводить его заново. Но я должен знать, что с вами случилось, прежде чем назначить вам лечение. Не помню. Нет? Но вы не сможете нас покинуть, пока к вам не вернется память. И речь тоже. Мы все обсудим, и это поможет справиться с трудностями. Довольно слов. Капитан Риверс, вас-то я и искал. Да, мистер Кэмпбелл. Тот парень, которого поместили в мою комнату. Сесун, да? Вы не думаете, что он немецкий шпион? Нет. Нет, я так не думаю. Они никогда не называют себя Зигфридами. Теперь уже нет. Но я подумал, что лучше предупредить... С одышкой, с лысиной, одутловат. Я жил бы среди штабных героев тыла и гнал бы в бой измученных солдат. В отеле лучшем, сидя среди бутылок, с газетой, попивая и жуя, читал бы список павших. Бедный малый. Его отца знавал когда-то я. Да, понесли мы потерь немало. И я вернулся в невредимом с бойни, в постели дома умирать спокойно. Роберт, слава богу, ты приехал. Извини, Сэс, я опоздал на поезд. По крайней мере, ты попал к Риверсу. Как он тебе? Идеальный отец, о таком можно только мечтать. Он не считает, что у меня не в порядке нервы. Хорошо, что ты приехал, Роберт. Теперь эта психушка кажется мне почти сносной. Надеюсь, ты на меня не сердишься? Почему я должен сердиться на тебя? Я говорил тебе, что они никогда не согласятся предать тебя военному суду, никогда не предоставят тебе сцену. Но я не хотел, чтобы ты оказался в тюрьме, или чтобы тебя повесили, или что они там еще могут с тобой сделать. По правде говоря, они могли бы отдать тебя под трибунал, если бы ты продолжал упорствовать. Сэс, я лгал тебе. На самом деле, я ни в чем не был уверен. Роберт. Никому другому я бы не поверил. Мы все переживали за тебя. Мы? Ты угрожал убить премьер-министра. О боже, это самый быстрый способ положить всему конец. Мы оба знаем, что это не закончится, пока остается хоть одна собака или кошка для призыва. А теперь у них есть чем объяснить мой протест. Я просто еще один псих. Сэс. Я никогда не знал никого более вменяемого. Как я теперь смогу это опровергнуть? Роберт. И не надо опровергать. Томпсон, я был рад познакомиться с капитаном Грейвсом. Многим он с вами поделился, да? Он ваш верный друг. Да, но кажется, моим друзьям удобно объяснять мои действия нервным срывом. Удобно? Они соглашаются со мной, а делать им при этом ничего не надо. Знаете, я подумал, если вы будете отстаивать свой протест, если вы проведете остаток войны в полной личной безопасности. Не покажется ли это вам несколько затруднительным? Никто в этой отвратительной стране не считает это затруднительным. Мне нужно будет только смириться с этим, как все остальные. Просто подумалось.
Captain. У капитана Риверса почему-то очень довольный вид. Мистер Бернс. И это после встречи с немецким трупом. Мне рассказала одна сестра. Мне тоже приходилось наступать на них пару раз. Он не наступал. Его подбросило в воздух, и он приземлился головой вниз. Живот лопнул, и вот результат. Голова вошла в труп, и рот забил разлагающейся плотью. А вот это довольно вкусно. Мистер Бернс. Вам помогло бы, если бы у вас в комнате стояла корзинка фруктов, чтобы вы могли взять что-нибудь, когда вам захочется? Да, могло бы помочь. Знаете, что хуже всего? То, что это похоже на анекдот. Да. А здесь не так уж и плохо, да? Неужели? Тогда занимай мою кровать. Будешь жить с этим стадом безумцев, а я поеду вместо тебя во Францию. Ненавижу, когда ты говоришь так, будто все, у кого сдали нервы, неполноценны. Мы все бывали на грани. Я знаю, что уже почти перешел эту грань. Черт побери, Сет, но ведь и здесь должны быть светлые стороны. Да, чистые простыни, горячая вода, регулярное питание. Вот только под звуки рвоты. Всего хорошего, Роберт. Передавай привет тем, кто еще помнит меня. Сет, каждый, с кем ты служил, высоко ценит тебя. И ты это знаешь. Возвращайся поскорее, Роберт, а? Поговорите с мисс Кроу, она вам поможет. Благодарю вас, сэр. Полагаю, я могу вернуться в Лондон. В самом деле? Да, благодаря тому, что мой верный друг Грейвс лгал мне, меня направили на медицинскую комиссию, а не предали военно-полевому суду. Я оказался здесь обманным путем. Вы оказались здесь потому, что армия направила вас сюда. Это детали. Если я съезжу в Лондон и выложу 20 гиней врачу на Харли-стрит, я мигом получу свидетельство, что я здоров. И как вы думаете, что с вами будет потом? Вы читали об одном члене парламента, который бродит повсюду со своей маленькой черной книжечкой? Со списком знаменитых людей, чья частная жизнь сделала их объектом для подозрений. Успокойтесь, я не так уж знаменит, но вы уязвимы. А они очень злы. На войне огромный акцент делается на товарищество. На любовь между товарищами. И всеми это одобряется. Но при этом есть один нюанс. Разве это нормально, такая любовь? Вас просто обвинят в государственной измене на иных основаниях. Я слышал, как по-разному это называют, но чтобы иными основаниями... Да, именно на это они направят удар. Ваше заявление сделало вас мишенью, которую надо уничтожить любыми средствами. Тогда соберите еще одну медицинскую комиссию. Здесь. Да. Через 3 месяца.
Доброе утро, капитан Кэмпбелл. В стороны, ребята. Макферсон, проезжайте. Автомобиль! Я не хочу вас потерять, ребята. Стройтесь, ребята. Давай, Олли. Эй, ты, прекрати толкаться. Продолжайте. Левый, правый, скауты. Вы, капитан, кругом. Налево. Марш. Что здесь делают скауты? Притворяют в жизнь мое лечение. Помогают офицерам вновь обрести навыки командования. Когда к вам вернулась речь? Сегодня, после дневного сна. Я проснулся, крича, и понял, что могу говорить. Ваш голос пропал в тот самый день, когда вы потеряли память? Потому-то я ничего и не помню. Но вы помните то, что было раньше. Это не значит, что мне хочется об этом говорить. О чем вы хотите поговорить? Об Энтони Белфоре. Он скрыл свой возраст, чтобы его призвали в армию. Ему было 16 лет, когда у него случилось нервное расстройство. Возможно, что у его офицера тоже, потому что он привязал его к столбу в ничейной зоне перед самым рассветом. В армии такого не бывает. Даже если такое и случается. Ему не предоставили возможности прийти к вам для уютной беседы и не спросили, о чем он хочет поговорить. И тем не менее, я не понимаю, почему это должно происходить таким образом. Каким? Все вопросы задаете вы, а я должен только отвечать. Мистер Фрайер, если вы придете к врачу с бронхитом, а он начнет жаловаться на свой радикулит, вам это понравится? Нет, но если я прихожу к нему со своим отчаянием, он хотя бы должен знать значение этого слова. Ладно. Если вам не хочется вспоминать о Франции, может быть, поговорим о ваших кошмарах? Нет. Я скажу вам, когда вы можете войти, мистер Оуэн. Извините. Прежний врач говорил, что попробует гипноз. Когда я увижу, что вы хотите выздороветь, мы это рассмотрим. Кто дал вам право говорить, что я не хочу выздороветь? Что здесь происходит? Это ведь госпиталь, а не фабрика. Это часть их лечения. Алан, это доктор Уильям Риверс. Мистер Тиммонс из военного министерства. Вы будете очень заняты? Всего лишь плановая проверка. Продолжайте все как обычно. Очень-очень заняты. Мистер Тиммонс, не подняться ли нам наверх? Хорошо. Все в порядке, джентльмены? Да, сэр. Не мешало бы закрепить. Очень красиво. Как продвигается? Осторожнее. Лечение, да, черт бы его побрал. Лечение. Эти люди едва могли двигаться, когда прибыли сюда. Только подумайте, сколько они вложили в эти лодки. Подумайте, как они ими гордятся. Вы видели, что они смеются, разговаривают. Мистер Брок. О, боже. Дальше, вверх по течению. Идите все вверх по течению, туда, где вода спокойнее. Вы, трое, выйдите из воды. Хватит пускать лодки по воде. Леди, вытащите их из воды. Поднимитесь выше, к пруду. Так иногда случается, когда они увлекутся. Не поторопиться ли нам? Да, наверное. Да? Мистер Сысун? Да. Я читал... Я принес эти стихи. Они ваши. Я имею в виду, вы их написали. Боже мой. Читатель. Больше, чем читатель. Почитатель.
Какие вам нравятся? Он молод был и не любил войну. Так почему же умирать ему, а не безжалостным седым воякам, что невредимы выйдут из огня? Но смерть ответила, я выбрал его. И он ушел. Это прекрасно. А вы не могли бы подписать? Да, конечно. Кому это? Сьюзен Оуэн, моей матери. Вы уверены, что она хочет узнать, что Берт стал сифилитиком? Это не будет для нее шоком. В письмах я ничего от нее не скрываю. Боже мой. А вы? Мой брат погиб в Галлиполе. Думаю, моей матери и без моих душераздирающих откровений этого достаточно. Должно быть, она переживает из-за того, что вы здесь. Напротив, думаю, моя болезнь — одна из немногих ее утешений. А эту для вас? Да, спасибо. Оуэн. Уилфред Оуэн. Вы сказали, что пишете? Я не говорил этого, нет. Но я пишу. Стихи? Да. Почему бы вам не показать мне что-нибудь из ваших стихов? Боюсь, вы скажете, что лучше бы согласились на дозу иприта. Нет, я серьезно. Хорошо. Но только они не о войне. Я о таком не пишу. Почему же? Я всегда считал, что поэзия противоположна всему этому уродству. Она для успокоения. Нужно, чтобы в ней было что-то, что нравится, чтобы она будила чувства. Простите, я был невежлив. Пожалуйста, покажите мне их. Честное слово, я был бы рад на них взглянуть. Вы считаете себя пацифистом? Нет. Я хочу сказать, что хожу в церковь и все такое. И нужно задать себе вопрос, можно ли называться христианином, отбрасывая все то, что кажется вам неудобным. Вам никогда не стать епископом. Нет, но думаю, что смогу это пережить. А вы? Нет. Иногда в окопах начинаешь ощущать дыхание прошлого. В одном окопе, который мы удерживали, были черепа, вросшие в землю, как грибы. Легче было поверить, что это воины армии Мальборо, чем в то, что всего год назад они были еще живы. Как будто эта война вобрала в себя все прежние войны. И это превращает ее в нечто такое, с чем тебе уже не справиться. Как будто какой-то голос внутри тебя говорит: «Беги, малыш. Радуйся, что выжил». Спасибо. Оуэн, попробуйте написать что-нибудь о войне. Мистер Прайер, не хотите присоединиться? Кажется, там довольно весело. Я не выношу дыма. Удивляюсь, как вас с этим вообще отправили во Францию. Они не могли себе позволить быть переборчивыми. Кажется, психи довольны. Вы считаете, что вы псих? Как вы думаете, у немцев есть подобные заведения? Или это только у меня, да еще у придурков из частных школ случаются нервные расстройства? Как вы себя чувствовали среди этих придурков из частных школ?
Где-то в глубине своих крошечных мозгов они действительно считают, что все закончится славной кавалерийской атакой. Высшее общество снова восторжествует. Вас это злит? Нет. Это всего лишь факт. Как и грязь. Как кошмар, который ты не помнишь. Но отличительная черта кошмара — это как раз то, что его всегда помнят. Должно быть, меня вылечили, потому что своего кошмара я не помню. Я могу идти? Мистер Прайер, позапрошлой ночью вас нашли на полу, вы пытались пройти сквозь стену. В очередной раз. Я не помню. Мистеру Фраеру, как я понимаю, вернулся дар речи. Однако память у него все еще заблокирована. Вы применяли гипноз? В первую очередь я должен добиться прорыва. Оставьте в покое это посмешище австрийского шарлатана. И что? Применять сомнительную терапию эдинбургского шарлатана? Перестаньте вы оба. Ну, Риверс, как там наш знаменитый пациент? Умственно и физически он здоров. Тогда почему он все еще здесь? Разве они не добились чего хотели, поместив его сюда, они уже достаточно его скомпрометировали? Моя работа — возвращать пациентов в действующую армию. Добиться того, чтобы он отказался от своего протеста, вряд ли под силу медицине. Доктор Макентайр, я бы хотел, чтобы доктору Риверсу была предоставлена возможность самому заниматься пациентами, как он сочтет нужным. Согласны? Тогда продолжим. Терапия или терапевта? Полагаю, да. Такие прогулки помогают обрести перспективу. Вы никогда не говорите о будущем. О своих планах. В ночь перед сомом мы с Дэвидом распланировали наши жизни до старости. Но у трупов нет будущего. Более 50 тысяч за прошлый месяц. Я никогда этого не забуду. Ни на секунду. Ирония вам не идет, Сосун. Их матерей очень утешит то, что мы захватили 500 ярдов грязи. Вы никогда не сдаетесь, да? А как насчет тех, кто еще жив? Тех, кому приходится продолжать, хотя они ненавидят войну не меньше вашего? О них вы больше не думаете? Вы знаете, как для них важен настоящий лидер? Такой, который думает о них. Во всех отчетах, касающихся вас, говорится о ваших людях, как они любят вас и восхищаются вами. Потому что вы заботились о мелочах. Чтобы их напоили чаем после долгого марш-броска. Вы не имеете права говорить, что я не думаю о них. Как вы считаете, ради чего я протестую? Я это делаю для них. Лучше бы у них была чашка чаю. Это вы никогда не сдаетесь. Не возражаете, если я закурю? Впервые за 3 недели. Курить при астме — плохая идея, вы ведь знаете. Думаете, это может сократить мою жизнь? Вы знаете, сколько в среднем выдерживает офицер во Франции? Вы не во Франции. 3 месяца. Я знаю. Продолжим. Ночью мы продвинулись, а на утро атаковали. Когда это было? 23 апреля. В день Святого Георгия. Среди всей этой суматохи командир роты предложил выпить за него. Чертовски глупо. 27 числа вы были на эвакуационном пункте. У нас получается 4 неучтенных дня. Я ничего не помню ни об одном из них. Но вы помните ту атаку? Да, она ничем не отличалась от других атак. Какой она была? Устрашающей. Шумной. Самоубийственной. Среди бела дня идешь прямо на пулеметы. Ослепленный дымом. Воздух полон свинца. И покрикиваешь. Не спешить, не спешить, держать строй, держать строй. Левый фланг держись.
держать строй. Левый фланг держись. Идешь сквозь пули, оглушенный снарядами. Выполняя приказ тех, кто находится за 100 миль отсюда. Что вы чувствовали? Что я чувствовал? Какие чувства вы испытывали? Это было похоже на секс. Да? Возбуждающе. И смехотворно. Я оглянулся. Земля была покрыта корчащимися, лежащими друг на друге ранеными. Как рыбами в высохшем пруду. Я совсем не боялся. Только чувствовал поразительное возбуждение. Потом я услышал свист приближающегося снаряда. Следующее, что я помню, я в воздухе и пикирую вниз. Вот и все. Больше ничего. Это... больше, чем вы могли вспомнить на прошлой неделе. Это же вы хотите меня вылечить? Это может прозвучать неожиданно, мистер Прайер, но я готов допустить, что мы с вами заодно. Это может прозвучать неожиданно, мистер Риверс, но я бы предпочел считать, что это не так. Доброе утро. Доброе утро. Прочтите это. Плац. Убит в бою 28 ноября. Нежно любимый младший сын. В возрасте 17 лет и 10 месяцев. Я его знал. Сожалею. Сожалею. Ему было 17. Как вы с этим живете? Тех, кто остались дома, можно извинить, они не знают, что это такое, но вы ведь знаете. И продолжаете поддерживать это. Они вторглись в Бельгию. Они вторглись во Францию. И они все еще там. Германский милитаризм не исчезнет только потому, что вы сочините на него памфлет. И вы думаете, это все, что я пытаюсь сделать? Чего вы добиваетесь, мистер Сосун? Чтобы наша армия сдалась? Кайзер Уайтхолл, я хочу, чтобы это все прекратилось. И что будет, если 2 миллиона разделят ваши взгляды и сдадутся? И что дальше? Во имя цивилизации мужчин отправляли калечить и убивать себе подобных. Цивилизации остается только доказать, что их мученичество не грязный трюк. Его не должны были призывать, но это никого не волнует. Конечно, волнует. Кого? Бизнесменов, читающих список жертв в кожаных креслах лондонских клубов? Я отсылаю вас к моим прежним вопросам, на которые так и не получил ответа. А я не вижу никакого сочувствия к людям, которые умирают каждый день, каждую минуту. Оглянитесь, черт возьми. Думаете, им это как-то поможет, если мы все разрыдаемся над списками убитых? Думаете, ваш протест сильно помог тем, кого вы, по вашему утверждению, представляете? Сделал их сильнее, обеспечил их безопасность? Расскажи тот про шлюп. Давай. Пожалуйста, сэр. Идут две шлюхи по улице, а один моряк смотрит на одну из них и говорит: «Знаешь, девочка, я мог бы дать тебе то, чего у тебя никогда раньше не было». Она поворачивается к подруге и говорит: «Этот заразит меня проказой».
Чья очередь платить? Сары. Проказывай. За тот столик. Я слишком много смеялась. Может вас напугать? Это никогда не получается. Видите? Вы работаете где-то поблизости? Да, на заводе боеприпасов. Сразу за дурдомом. Вы амуниционетка. Кто? Амуниционетка. Так называют работниц военного завода. Это помогло мне справиться с икотой. Я могу заказать для вас что-нибудь выпить? Ну? Как тебя зовут? Прайер. А имен у солдат не бывает? Билли. Билли Прайер. Ну так как? Ладно. Я Сара Ламп. Сегодня у меня выходной. Я возьму пальто. Быстро же наша Сара его подцепила. Начало и конец хороши. Но что в середине? Ничего хорошего. Но другие мне больше нравятся. Некоторые весьма неплохи. Правда? О, да. Дело в том, серьезно ли вы намерены продолжать? Я имею в виду, готовы ли вы выкладываться полностью? Да. Да, я готов. И вы правы. Безумие не написать о войне, когда есть такой опыт. О, боже. Пора, джентльмены, пожалуйста. Знаешь, моя мама считает, что любви между мужчиной и женщиной вообще не бывает. Вот любовь к детям, да. А любовь к мужчине нет. А ты что думаешь? Я не знаю. Ну, тогда нас уже двое. Черт меня побери, если я знаю. Разве ты не любила этого твоего парня, который погиб? Джемми? Джемми. Я не помню, как он выглядел. Думаю, я любила его. Но когда не можешь вспомнить, то начинаешь сомневаться. Вот что делает выпивка. Правда выходит наружу. Это вам, лейтенант. Мы только что говорили, как мы гордимся тем, что делаете вы, парни, в форме. Наши младшие сыновья уже к Пасхе присоединятся к вам для большого удара, надеюсь. Ну что ж, скажите своим ребятам, что когда-нибудь колокола известят нас, что все закончилось. Но до тех пор, те из нас, кто остался дома, всегда шагают с вами рядом. Что это означает? Дульче, пульче. Дульче et decorum est pro patria mori. Это означает сладка и почетно за родину смерть. Хорошо, что это на латыни. Если бы это было по-английски, немало вдов посмеялись бы над этим. Где ты живешь? Где я живу? От моего жилья толку мало. Моя хозяйка настоящий дракон. 100 раз хуже моей мамы. Тогда пойдем прогуляемся. Мне еще не хочется прощаться. А тебе? О чем ты так задумался? Я думал об одном человеке в моем взводе.
Он 2 года каждую неделю писал своей жене одно и то же письмо. Откуда ты это знаешь? Потому что я отвечал за цензуру. Каждую неделю я должен был читать все их письма. А кто читал твои? Никто. Они полагались на наш кодекс чести. Меня тошнит от таких фраз. Что, у остальных нет чести? Нет. Какие же коротышки эти шотландцы? Мы сможем встретиться еще раз? Возможно. Мы могли бы поесть в Эдинбурге, а потом поехать куда-нибудь на поезде. Воскресенье. Билли Прайер. Сара Ламп. Меня уже 2 недели не выпускают из госпиталя. Это армия, мистер Прайер. Существуют правила. Видимо, Мейтрон заметила вас в городе. У вас не было на рукаве больничной повязки. Я хотел найти девушку. А вы, вероятно, понимаете, что это не так-то просто. Если у тебя на рукаве написано «Я псих», я уверен, что майор Брайс пересмотрит свое решение, если вы объясните ему причину. А вы не хотите спросить меня, нашел ли я ее? Что нашли? Девушку. Женщину. Женщину. Нет, не хочу. А я нашел. Она работница военного завода. Очень хорошенькая. Мистер Прайер, они достаточно ли на сегодня? Нет. Ладно. Давайте вернемся к тому, что последовало за атакой 23 апреля. Вы добились какого-нибудь прогресса после этой даты? Нет, я не хочу говорить об этом. О чем же вы готовы поговорить? Меня задела одна ваша фраза. Вы сказали, офицеры не теряют дар речи. Это правда. Офицеры обычно страдают от заикания. Теряют речь низшие чины. Почему? Неизвестно. Но даже сны офицеров, а я изучил их тысячи, обычно более сложные, чем у других чинов. Лучше иметь их сны, чем мои. Откуда вы знаете? Вы ведь не помните своих снов. Я отказываюсь верить, что сны генерала Хейга более сложные, чем у низших чинов. Все эти дубиноголовые болваны считают, что они рождены командовать, как будто право на это они получили от Бога в момент рождения. Вы определенно обрели дар речи, мистер Прайер. Интересно, что вы здесь один из немногих, кто не заикается. Еще интереснее то, что вы заикаетесь. Вы закончили прием, мистер Прайер?
Может, именно вы больны. Теперь получилось хорошо. Алых губ аллея, камни горят от поцелуев умирающих английских солдат. Это просто великолепно. И это... Погибшая молодость. И я подумал... Гимн. Это? Гимн погибшей молодости. Поработайте над ним и принесите снова, и мы займемся им вместе. Для вас это болезненно? Нет. Писать — это как изгонять дьявола. Если вы когда-нибудь вернетесь на фронт, это, по крайней мере, пойдет на пользу вашему творчеству. Да, да, конечно. Газ. Газ. Живи, ребята. Каждый в спешке натягивает свой противогаз. Но кто-то дико завопил, замешкав, пошатываясь в пламени среди нас. Сквозь стекла, в отблеске зеленом море, я видел, как он бился, утопающий. Не раз потом мне чудилось в кошмаре, как он захлебывался, утопающий. Если в заповозке ты шагал, и он лежал бессильно распростертый, и видел бельма и зубов оскал на голове повисший, полумертвый, и слышал бы, как кровь струей свистящей из хриплых легких била при толчке, горькая, как ящер, на изъязвленном газом языке, мой друг. Тебя бы не прельстила честь учить детей в воинственном задоре. Dulce et decorum est, pro patria mori. Я пришел извиниться за утренний разговор. Если вы действительно хотели меня атаковать, то можно было бы сделать это и получше. Я вел себя глупо. Садитесь. Должно быть, вы устали. Устал от бумажной работы. Думаю, сейчас мы можем попробовать гипноз. Сейчас? Да, вряд ли нам кто-то помешает. Может быть, вы что-нибудь вспомните. Или вас это пугает? Я хочу вспомнить. Знаю, вы думаете, что я всегда лгу. Но я хочу вспомнить. Хорошо. Но сейчас мне страшно. Если хотите, мы можем не начинать. Нет. Нет, я сам надоедал вам с этим. Как я теперь могу отказаться? Так что надо делать? С дороги, черт побери! Двигайтесь! Уйдите оттуда! Благослови вас Бог, Соутон. Ну.
Логан. Вы в порядке, сэр? Что мне с этим делать? О, черт! Черт! Господи боже, черт побери! Это все? Все? Это всем травмам травма. Бомбардировка. Такая мелочь. Извините. Вот и все. Все в порядке. Сны других. Давайте подышим свежим воздухом. Интересно, что, по-вашему, произошло? Когда я не мог вспомнить, я думал, что это может быть моя вина. Но все равно я не могу понять, почему это меня так подкосило. Нервное расстройство — это не результат единичного события. Это истощение. Стресс. Упадок сил. Но на мне лежала ответственность. Я был командиром. И я не из тех, кто ломается. Каждый может сломаться. Я знаю, я... Я знаю, что я мог бы. Я разговариваю с деревьями. Но я не из правильного офицерского теста. Я не заикаюсь. У него были ярко-голубые глаза. У Соудена. Мы называли его Гун. Я просто хочу поблагодарить вас. Да, но... Еще не все позади, мистер Прайер. Нет. Но, по крайней мере, я могу говорить об этом. А вы?
И я готовлю отчеты для медицинской комиссии. В следующий раз вам придется предстать перед ней. Что бы вы хотели, чтобы я написал? Вы всегда спрашиваете об этом своих пациентов? Нет. Я не сдаюсь. Хорошо. И что тогда будет? Вам еще раз продлят отпуск по болезни. А потом еще и еще раз, пока война не закончится. И вы будете презирать меня. Что вы будете думать? Что вы думаете? Я думаю, что когда вы надеваете форму, это означает, что вы подписываете контракт. И вы не можете нарушить его только потому, что передумали. Вы выполняете работу, которую обещали выполнять. Это единственный способ добиться какого-либо влияния или уважения за свои взгляды. Контракт был нарушен правительством. Я вступил в освободительную войну. Таков был мой контракт. Сейчас это захватническая война. И в результате меня бросили здесь, среди этих несчастных. И обвинили в трусости. Ваш воинский крест, кажется, опровергает это. Я не пойду на медицинскую комиссию, где требуется, чтобы я отрекся от своего заявления. Он старается держаться на равных, но в конце концов он золотой медалист королевского общества, а я бросил Кембридж, не получив степени. Иногда это дает себя знать. Вы говорите о том, что будет после войны? Нет, я не могу. Я собираюсь разводить свиней. Я его не узнаю. Узнаешь. А что, если он без ног? Это Сара. Это тебе. Мэтч, встретимся в баре отеля, ладно? Сестра? Извините. Прощальные колокола — это хорошо. О, я подумал. Мрачная ярость. Нет. Лучше чудовищная ярость. Вы понимаете, что сами себе противоречите, утверждая, что утешения нет, а потом говорите, что оно есть? Не утешение. Гордость, самопожертвование. Разве это не утешение? Нет. Даже когда мужество уступает насилию, оно все равно... Посмотрите. У вас в точности то же самое. Что же это, если не гордость самопожертвования? Ладно. Согласен с вами. Я изменил и название. Гимн обреченной молодежи. Это сильнее. Ну, как там? Посмотри, кто здесь. Я сейчас вернусь. Это не обязательно. Что случилось в воскресенье? Я поздно вернулся. Меня не отпустили. Какие-то строгие у тебя родители. Думаешь, я не знала? Я что, пускал слюни?
Ты не первый, кто снимает повязку. Это не страшно, Билли Фрайер. Я была в госпитале вместе с Мэтч. Вот там все очень серьезно. Это ведь тоже что-то вроде раны. Разве не так? Маклафлин, куражка Оуэна. Сесун. Сюда, сюда. Капитан Риверс. О, простите. Можно вам помочь? Спасибо, не нужно. Все в порядке, спасибо. Мы были на кладбище, когда они ударили по нему. 47 надгробий. Попробуйте пролежать 2 месяца на животе, когда у вас на заднице отпечаталось «Покойся с миром». В любом случае, необратимых повреждений нет. Но все-таки травма позвоночника. Я знаю, чего вы от меня ждете. Я все это знаю. Вы думаете, я говорю, что не могу ходить, чтобы не возвращаться туда? Но я не трус. Нет. Нет, я не считаю вас трусом. Трусу? Трусу нужны ноги. Дышите. Так что же, по-вашему, у вас не в порядке? Я не знаю. Я уже и заикаюсь, и дергаться начинаю. У нас у всех или одно, или другое. Мы обособлены, в этом наша проблема. Обособлены? У меня нет ни секунды для меня самого. Совершенно верно. Странно, не правда ли? Мы за все отвечаем, но ни на что не можем повлиять. Вы знаете, в чем дело, не так ли? Я контужен моими пациентами. И именно таков мой диагноз. У вас сердечная аритмия. По меньшей мере, одна лишняя систола. Это психосоматическое. Как мы всегда говорим пациентам, все психосоматические симптомы серьезны. Со мной все будет в порядке. Так же, как и с ними. С большинством из них. Я не болен. Верно. Ночные кошмары есть у всех. И какие они у вас? Генри Хэт. Он работал над регенерацией нервной ткани. Я помогал ему в экспериментах. На нем самом. Рассекал лучевой нерв. Затем проверял его чувствительность, и так более 4 лет. В моем сне... Генри протягивает мне скальпель. Я отказываюсь его брать. Тогда он разрезает мне руку. Да, вы как будто там вместе с ними в окопах. Вам необходим отпуск. Нескольких дней в Лондоне мне было бы достаточно. Льюис Йелланд пригласил меня присутствовать на его процедурах. Хорош отдых. Он вылечивает 100% своих пациентов. Смерть столько же увидим. Вы на грани. Усталость? Стресс? Упадок сил? Это я сказал и Прайору. Вы не чувствуете себя беспомощным перед ними?
Я не позволяю себе таких чувств. На мне лежит ответственность. В атаку! Где кабинет мистера Йелланда? На самый верх и налево, сэр. Спасибо. И вам достаточно одного сеанса? О, да. Пациент должен знать, когда он входит в электрошоковую, что единственная возможность выйти оттуда — это полное выздоровление. Монс, Марна, Эйн, первый и второй Ипр, 60-я высота, Луз и Арас. Я ничего не пропустил? У меня были десятки таких, как вы, Келлен. Десятки. И все выходили отсюда полностью излечившимися. К вам вернется речь. Обычно я провожу процедуры один. Сочувствующие зрители — последнее, что нужно пациентам. Начинаем, Келлен. Я надеюсь, вы будете вести себя как герой, ведь вы им и являетесь. После стольких боев человек должен обладать хорошим самоконтролем. Когда санитары уйдут, я запру дверь. И прежде чем покинуть эту комнату, вы заговорите. Другого пути отсюда нет. Альтернативы нет. Спасибо. Если захотите что-то сказать, кивните. Давайте попробуем сказать «а», а затем «ба». Теперь «а» и «ба». Я вас сейчас развяжу, и вы сможете немного подвигаться. Глупец! Я ведь сказал, как можно отсюда выйти. Есть только один способ. Я готов провести здесь целый день, целую ночь. Вы не врач, я врач. Я скажу, когда мы снова приступим к процедуре. Теперь подвигайтесь. Да, вы сможете попить, как только произнесете первое слово. А сейчас возвращайтесь в кресло. Теперь электрический разряд будет подан на гортань. Это будет намного более болезненным. Но именно это стимулирует речевые центры. Хорошо, более сильный ток. Хватит. Прошу прощения. Хватит. Перечислите дни недели. Воскресенье, понедельник, вторник, раз, два, три, раз,
Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Разве вы не рады, что вылечились? Рад, сэр. И это все? Большое спасибо, сэр. Не хотелось бы думать, что вы находите ваши методы более гуманными. Они только продлевают боль этих несчастных людей. Ну, каков ваш доктор Йеланд? Он очень эффективно применяет электричество и металлический зонд во рту. Я наблюдал, как он лечит человека с потерей речи, который только этим и мог выразить свой протест. Я сидел там и наблюдал, как у него отнимают его молчание. Единственное, что было важно, снова отправить его на фронт. Это был не человек, это был... В общем, это была боевая единица, которую ремонтируют. Вы не стали бы так лечить. Его метод похож на чудо. Да, но... Ваши чудеса более щадящи. Вы бы не стали применять боль. Нет. Не стал бы. Только не боль. Ладно. До встречи на комиссии. Да. Астма все еще прослушивается. Все великолепно. Все великолепно, если вы дышите горным воздухом. Но как вы перенесете газ? Я всегда смогу выступить в роли батальонной канарейки. Я буду там единственным с астмой или туберкулезом. И что в этом хорошего? Я хочу попросить доктора Самуэля осмотреть вас. Я хочу вернуться туда. Это будет решать медицинская комиссия, годны ли вы к службе. Но вы можете им сказать. Посоветовать. Вы уверены, что вы этого хотите? Да. Когда все закончится, тех, кто не оправдал себя... Я имею в виду мое поколение. Их будут считать ни на что негодными. Это будет всем клубом клуб. И вы хотите стать его членом? Да. Но вы уже в него вступили? Нет. Я потерпел крах. Пожалуйста, не надо. Он должен был выйти уже час назад. Прайер, вы после Паттерсона? Да. Потом вы, потом Торп. Безумие! С
Извините, но это мои носки. Доброе утро, Прайер. Садитесь, Прайер. Теперь вы спокойно спите? Да. И вам удается справляться с кошмарами? Вполне. Правила медицинской комиссии требуют, чтобы мы подтвердили, что симптомов больше не наблюдается. Вы однозначно больше не страдаете потерей речи? Нет. Можете перечислить имена бойцов вашего взвода? Да. Тогда сделайте это. Джонс, Марби, Келли, Маклин, Энгус, Мулин, Кобверс, Лукас, Джозефс, Мэтьюс. Очень хорошо. Я был болен. Я не был идиотом. Вы видели Сосуна? Он ушел. Ушел? Ему идти на комиссию. Знаю. Он просто взял и ушел? О, черт. Во сколько ушел лондонский поезд? Ну, он бы тогда собрался. Как агнец на заклание. Извините. Доктор Риверс, мистер Кэмпбелл, я никогда не доверял этому парню. Он забрал пару моих носков. Извините. Вы простите нас, мистер Оуэн. Я уверен, что вы можете объяснить. Я опаздывал на чай с очаровательным юношей по имени Сэмпсон. Черт бы вас побрал, Сосун! Помимо непростительной грубости и подчинения старшему офицеру целой комиссии, очень серьезный проступок. Черт меня побери, если я пойду туда, чтобы меня судила кучка олухов, которые никогда не стреляли и даже не слышали пушечного взрыва. Значит... Вы решили выпить чаю? Нет, на самом деле... Я решил предпринять осаду палаты лорда. Но не стали этого делать. Не стал. И почему же? Из-за вас. Я вам очень признателен за то, что вы приняли меня во внимание... Но если бы вы явились, это было бы куда большим вниманием ко мне. Либо вы предстанете перед комиссией, либо вам придется столкнуться с последствиями. Вы ведь на первых порах побережете себя? Спасибо за все. Да, ладно. Все это было так мало. Теперь я в порядке. Вволю подышал морским воздухом, ходил на прогулки. Удачи. Удачи, Дэвид. Спасибо, сэр. Он не в порядке, черт побери. Он не готов ехать. Решение принимает медицинская комиссия, Уильям. Да, но они ошиблись. Но он все-таки держится. Как яйцо, пока его не уронили. Тыловая служба. Меня направляют на тыловую службу. Теперь я уже никогда не узнаю, чего я стою. Но вы уже все знаете.
Вы были безукоризненно хорошим офицером. До тех пор, пока не перестал быть безукоризненно хорошим офицером. Моя мать всегда запрещала мне дружить с хулиганами. А теперь вы здесь, черт побери, вы творяете то же самое! Доктор Риверс, все в порядке, сестра. Спасибо. Прайор, решение от вас не зависело. Это не было вашим решением. Все, кто выжил, чувствуют себя виноватыми. Не допустите, чтобы это все испортило. Спасибо вам, что терпели меня. Не возражаете, если я вам напишу, когда все закончится? Не понимаю, зачем ждать до тех пор. Я напишу. Удачи. Они мертвы. А я их всех знал. Они все спокойны. Только не могут понять. Они хотят знать, почему я здесь. А есть ли ответ на этот вопрос? Я возвращаюсь. В самом деле... Да. Можно спросить, почему? Слишком много причин. Одну из них подсказал мне Оуэн. Я стон солдат услышал, не способных свои страдания выразить словами и не желающих. Знаком мне этот голос, а значит, очередь моя идти. Ваши друзья-пацифисты не будут довольны. Да, я знаю. Я этого и не жду. Вы ведь поможете мне пройти комиссию? Мы должны помогать друг другу. Если вы не откажетесь от своего протеста, не знаю, как я смогу вам помочь. То есть, если вы вообще придете, я приду. Они должны вернуть меня на фронт. Если нет, я вам этого никогда не прощу. Небольшая остаточная боль от раны в плечо. В остальном, физическое здоровье отличное. А что у вас с ночными кошмарами, мистер Сессон? Я больше ими не страдаю. Галлюцинации? Совсем не бывает. Доктор Риверс говорит, что вы изменили свое отношение к войне. Нет, сэр. Нет? Нет, я верю в то же, во что верил в июле, даже еще сильнее, если такое возможно. Понимаю. А разве в «Таймс» не написано? Вы считаете, что это ваш долг вернуться на фронт? Да. Да, я так считаю, капитан. Никаких сомнений? Никаких. Но вы не отрекаетесь от своего заявления?
Нет, сэр. Я подтверждаю то, что написал, именно тем, что возвращаюсь на службу. Очень интересно. Вы уверены, Риверс? Он не будет подстрекать к бунту? Нет, он не будет этого делать. И ничего такого, что понизило бы боевой дух его солдат. У нас есть причины, медицинские причины, держать его здесь? Испанские евреи. С отцовской стороны. Испанские евреи. Вы знаете эту семью? Да. Мать из Торникрофтов. Да, гремучая смесь. Заключительное слово вам, Риверс. Он годен к службе? О, да. Да. Вы не выглядите и в половину таким счастливым, как я ожидал. Ваш отказ отречься от заявления был шоком. Я не умею лгать. Насчет ночных кошмаров вы солгали успешно. С ними будет полный порядок, как только я выберусь отсюда. Или так и будете страдать от них до конца жизни. Мы все ранены, каждый по-своему. Разве? Вы ведь не думаете, что мы ничего не заметили? Возможно, именно протест стариков положит всему этому конец. Не рискуйте напрасно, безумный Джек. Хотите сказать, не ищите мученической смерти? Вы меня слишком хорошо знаете. Мои поздравления, Риверс. С чем? Принять здорового человека и довести его до такого безумия, чтобы он пошел на войну? Но я никогда не видел его таким довольным. Двое поэтов на линии фронта. Вам это кажется безумием? Это для вас. Получено мною от автора. Спасибо. Это действительно очень любезно. Я написал вам посвящение. Да, что-то вроде того. Как мореплаватель на землю вступает, так и сердце путь к мозгам открывает. Пародия на стиль автора. Как это похоже на вас? Вы впервые чуть приоткрыли свою душу, но и тут не смогли держаться серьезно. Вы думаете, в такое утро я должен быть серьезным? Кажется, я написал кое-что стоящее. Скажите, что вы думаете? Надеюсь, мы встретимся во Франции. Берегите себя.
Дорогой мистер Риверс, сегодня утром пришла телеграмма. Оуэн был убит 2 дня назад при переправе через какой-то чертов канал. Как-то я сказал ему, что возвращение на фронт могло бы стать полезным для его творчества. Я чувствую себя так, будто это я отправил его туда. Приведенное ниже он написал как раз перед отъездом. Благодарю вас еще раз за ваши щадящие чудеса. Навсегда ваш, Зигфрид Сесун. И поднялся Авраам, и приготовил дров, и отправился в путь, и взял с собой огонь и нож. И долго шли они вдвоем, и первенец его Исаак спросил: «Отец, все приготовил ты, огонь и цепь, а где же для сожжения агнец?» В ответ Авраам его ремнями обвязал, возвел помост над ямой и нож занес, чтобы сына поразить. Но ангел вдруг воззвал к нему с небес: «Не опускай на отрока руки, и зла ему не причиняй, мой сын. Смотри, баран рогами в чаще зацепился. Возьми его и в жертву принеси». Но не послушался старик, и сына своего убил, и половину юношей Европы вслед за ним. Фильм переведен и озвучен клубом «Артхаус». Перевод Кьёли и Либурс. Озвучил Алексей Чуев.